Маршал что-то знает о Дилане. Он здесь? Он в порядке? Ладно, сейчас рук важнее. Я могу спасти всех, кто, в том числе Дилана, когда я найду его. Ты можешь уберечь его? Так, друзья, вы опять на Q-Play, и мы продолжаем Control. Контроль. База. Продолжить направление места переработки. Так. Ладно. Энергостановка ЭК. Ну, переработка черного угля. Какие они злобные. Не остановить просто так. Тоже на всякий случай. Что здесь? Ты провал какой-то. Пойди гостиницу. Закрыто. Hello?
don't think anyone's there, honey. Come on. We'll go to that motel we passed a while back. А, так же надо, что ли? Где что открылось? Ну вот, все правильно. Окей. Заморочки они. Про направление места переработки черного камня. Сюда? Нифига себе. Дверца. Ладно, мы должны найти обработку черного камня. Если Марша права, я найду призму там. Камера Атласа, переработка черного камня, центр обслуживания. Напоминание, если содержание вашего рабочего места было представлено удалено, удалено или как-то изменено, вы должны немедленно покинуть это место, обращаясь с самим собой ободряющим тоном. И это сохранит спокойствие не только у вас, но и комнаты. Благодарим за внимание.
Это типа намекает, что типа здесь какая-то херь происходит, да? Женский, мужской. Атлас – это физическое проявление, созданное старейшим домом. Его цель, функции остаются неизвестными. Формы и размеры атласа, очевидно, имеют другую цель, нежели обычные стены. Этажи или перемещение старого дома атлас меняет форму, но при этом сопротивляется наблюдениям. Его изменения всегда происходят, когда не производится визуальное наблюдение, а при наблюдении с помощью камер безопасности. Такое изменение происходит между кадрами съемки. Предыдущая теория о том, что изменение атласа связано с перемещением старейшего дома, что само по себе не понятно. Однако изменение формы не происходит одновременно с перемещением дома, что ставит теорию под вопрос. Структура материала атласа, так же как и остальных старого дома, мы надеемся, что дальнейшее наблюдение может быть установить его назначение. Так, здесь закрыто. Что за стрельба? Ты чё? Опа! Пошел он. Кто там? Ракетник. Зачистим. Поговорить с Эришем. Эришем. Эй, Фейден, сюда. Куда? Подожди. Способности. К силе, энергия, здоровье. Ячейка дополнительного персонального мода. Ну-ка, остальное. Это говорит она про... Вот. Хочу вот это. Урон от метания. Давайте на все. С места хватки аккумулятив. Аккумулятиву. Темп огня. Или нет? Масштаб. О! Дополнительная штучка.
Скорость восстановления энергии еще увеличена, да? Счета, метание, стоимость. Это какая-то... Ну, зарядка хоть быстрее. Так, одна. Так, а нам надо с Эришем. Перезарядка. Ну, долгая перезарядка, конечно. Это ракетник. Эдакий. Так, быстрое перемещение. А куда нам надо? Из камеры Атласа. Там же получается. Рад видеть вас в целости и сохранности. Что здесь? Я не дотяну. Отряд рейнджеров, Чарли 7, вернулся из экспедиции в зону соприкосновения. Сразу после 5:00 по Гринвичу. Может назвать свои имена и оказать ваши цели экспедиции? Кевин Горвиц, Роберт Уэллс. Мы должны нанести координаты сетки карьеры G29. Вторичная цель, как всегда, было найти путь к отходу из зоны прикосновения сектора обслуживания к структуре. Вторичная цель не увенчалась успехом. Как неожиданно. Заметили, что вы ранее не фиксировали события или сущности внутри зоны соприкосновения. Нет, ничего. Эй, думаю, мы должны рассказать им о оружии. Извините? Да, русалка. Только ведь нашел эту русалку в карьере. Она просто сидела на черном камне. Она пела какую-то прекрасную песню, и его схватило желание. Она была такой соблазнительной, я бы сказал, даже зачаровывающей. Как скажешь. Вы рассказали об этом командиру? Нет. Потому что это было... не было. Ничего не случилось, как обычно. Карьер полон камней, вот и все. Мы можем идти? Ну, возбор, ребята, теперь уходите. Да, этого не было. Иначе нас... того. Так. А переработка черного камня, лаборатория черного камня. А что здесь? Корреспонденция. Жалоба актера курса полевой подготовки. Я хочу показать официальную жалобу о несанкционированном использовании моего голоса в таком качестве, на которое я не давал своего согласия. Мне никто не уведомил, что записи о проданной регистрации будут использованы где-либо. В противном случае я бы непременно запретил использование этих материалов. Я требую немедленно прекратить использование аудиосообщений в рамках курса полевой подготовки рейнджеров. Я не потерплю такого унижения среди моих коллег. Если понадобится, я буду жаловаться в отдел кадров. Спасибо, что вы уничтожили это. Чем оно бы ни было. Мы тут еле держимся, шеф. И как дела сектора обслуживания? Что мне им сказать? Правда их не обрадует, и эти люди знакомы со смертью не по неслышке. Исы повсюду. Большая часть бюро под их контролем. Но нам нужна призма из черного камня для производства рога для тех, кто выжил в убежище. Я направлю в лабораторию, в которой Дарлинг обслуживается. Если подвести итог, смерть, катастрофы и неминуемая гибель. Обычный день. Лаборатория Дарлинг находится сразу за обработкой черного камня. У меня есть новости на этот счет. Хорошая новость в том, что находится прямо по коридору. А плохая в том, что проник туда, проник монстров Исов. Монстр? Ну, так сказали рейнджеры. Из тех, кто выжил. Мы просто приливаем в пустую порожнюю, пока Исы здесь. Сальвадор бы точно сказал, что нам поступить дальше, и службы безохраны пошел сектор снабжения. Но никто не слышит. Но ничего, у нас есть вы. Наш бесстрашный лидер. Он не понимает ничего. Они не знают меня. Они не знают, как я подвожу людей.
Вы делали тут хорошую работу, Эриш. Тут нужно, чтобы вы собрали людей и направились на базу. А я пойду разберусь с этим монстром. И уже начинаю к ним привыкать. Да, Фейден. Всади от меня пулю в ту тварь. Да. Найти призму из черного камня. Что-то темновато здесь. Погибший, да? Че, ракетницу опробуем? Эриш не шутил повсюду этого... По поводу этого монстра. Ты почему такой? Почему красный? Камень, да? Вот этот камень. Смотри, как он... Так, давай, заходим. Когда я попал сюда в первый раз, мне показали мне руки и устройства, которые их призывают. Ты можешь мне найти эту призму? Камнями будем кидаться, да? Да, ну вот. О, нет. Они все разбиты. Не осталось ни единой целой призмы. Какого чёрта? Я, кажется, вижу. А ну-ка, не искажай свою сущность. Да. Где-то рядом. Так, отлично. Зараженный ИСами агент. Резюме. ИСы появляются в носителях людей. Множество различных способов, наиболее распространенные и наиболее интенсивные. Интенсивная форма наблюдается множество зараженных агентов. Парящего по территории бюро агенты сохраняли свое человеческое обличие, не потерпев явного физического изменения. Самым заметным отличием от зараженных людей является тот факт, что они левитируют. Эти ИСы не демонстрируют какого-либо агрессивного поведения. Похоже, они заинтересованы
бесконечном звучании странного пения. Возможно, это сосуды, предназначенные либо для распространения заражений ИСов, подобным спорам или усилителям сигнала Wi-Fi. Или, быть может, это коконы, готовящиеся к переходу к своему следующему этапу эволюции. При нападении агенты ИСов исчезают, возможно, переходя в состояние невидимости или потерпевая трансформацию в чистом резонансную форму. Ведется исследование. Нужно найти лабораторию Дарлинга. Черный камень. В старейшем доме есть области, где при правильных условиях, в случае совпадения, происходит просачивание других измерений. Мы называем зоны соприкосновения. Далее, карьера – это один наиболее обслуживания в секторе обслуживания. Вот откуда берутся черные камни. Внепространственная материя с уникальными свойствами блокировки частот. Это хорошо. Они сохраняются в стабильном изолированном состоянии, как полиэстественная защита. Наше исследование включает в себя много опасных веществ, которые нам абсолютно необходимо контролировать. В этом говорят просики, вычерные из черного камня. Извините, это перебиваю, но, сэр, мне необходим код для лифта карьера. Эмили. Коды черный камень 665. Сосед числа зверя. Ясно? Записать надо заново. Мы знаем код. Так. Извращенные ИСами. Извращенные ИСами агент способен становиться невидимыми и носить множество сотрясающих ударов, находясь в непосредственной близости своей цели. Необходимо любопытно и то, что извращенные ИСами по-любому не могут использовать обе способности одновременно. Когда дело доходит до наступления, они должны сделаться невидимыми. Уникальность извращенных ИСами состоит в том, что они владеют необычной способностью, ранее известное бюро, возможно, связанное еще и наиболее обнаружены предметом силы. Каким образом работает эта невидимость? Становится ли извращенная резонансом лишь временно? Использует ли это резонансность ИСов для преломления света? Физическая деформация этой конкретной сущности ИСов заслуживает внимания своей тщательностью. Явно, что человек-носитель умер бы от такого экстремального изменения, что в свою очередь не вызывает вопрос, является зараженная просто ходящими трупами. Откуда берется черная? Но не в пространственном манере, с уникальными свойствами блокировки частот, в карьере. Значит, мы должны найти призмы. Это хорошо. Ключ. Который нам абсолютно необходимо контролировать. Да. Оружие, сколочное усиление. Исключительно для осколков. А, ну это этот. Пистолет.
Широкий, что ли? Нет, что, снаряжено? И куда ты застреваешь? Карьер камня, камень, переработка черного камня. А здесь все странное, безумное. Мне кажется таким правильным. Будто таким и должен быть мир. Я кажусь в бесконечном здании, двери, которые ведут в другое измерение, и мне хочется тут остаться навсегда. Даже несмотря на весь этот ужас вокруг. Я счастлива. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Бить коллективом, ага. Ну как тебе? Смотри, какая. Извини. Ну что ты смотришь на меня? Пропал. Это тоже пропал. Он уже был захвачен Исами. Аппаратная ЭК. Прижена в черном камне. Кори черного камня, аппаратная ЭК и энергоустановка. Но мы и так здесь. Конструкторы. Так, что, улучшить нас нету ничего, да? Улучшить 10 тысяч надо. И память дома. Недостаточно материалов. Я могу же отсюда убить. О, угу. Ты. Убил. Быстро. О, а здесь он... Так, забрать награды. Восстановление энергии. Обычное. Что там? Энергия при попадании в голову. Кстати, там миссия. Пойдите в центр исследования. Схватить. А где мы здесь, получается, миссия? Да. Рукопашка не хочу. Использовать схватку, убить врагов.
Бить снайпер Фиса в секторе обслуживания. Попадание в голову, используем кумулятив. Вот, вот это. Посмотрим. Тоже мне войны. Ракеты мне понравились. Опиздюлились. АЭК был разработан по приказу заместителя директора. Точнее, недолго до того, как он стал директором. Конвектор представляет собой безопасный метод получения отдачи избыточной энергии, выступая в качестве способа его размещения. Охладительный насос защищает конвектор и его от перегрева во время перекачки энергии. Затем энергия подается на трансформаторы, где она передается с помощью турбогенераторов. Вырабатываем электроэнергию, запитываем ее все бюро. Делая нас полностью самодостаточными и фактически невидимыми в энергосети Нью-Йорка. После исчезновения АЭК-01 из-за неизвестного проявления силы, обитель был ограничен, и была построена вторая модель. АЭК-02 обладает встроенными пространственными якорями, предназначенными для предотвращения любого трансляционного эффекта со стороны его обитателя. Ну конечно, ну как бы улучшенное должно быть. Если его что-то произошло, надо уже подготовлено быть. Остатки. Зона прикосновения. Так, это да, заберем. Ритуальный импульс. То есть мы оттуда пришли, да? Карьер здесь. Посмотрим. Что же там такого? Виртуальный импульс для вещей. Вниз. Давайте, друзья, наверное, в этом моменте остановимся и в следующей серии продолжим. Лифт сломан. Придется вниз. Придется спускаться по старинке. Так что давайте, друзья, спустимся уже в следующей серии. Всем большое спасибо, всем ребятам, всем пока-пока.